В ежегодном обращении губернатора Подмосковья к жителям особое место заняла тема здравоохранения. Глава региона рассказал о строительстве новых медучреждений, модернизации оборудования и мерах поддержки врачей в Московской области. Какая работа проделана на этом направлении в Люберцах, Владимир Ружицкий обсудил с сотрудниками здравоохранения округа. В 2019 году в городском округе Люберцы появилось два новых медучреждения – детская поликлиника в Красковье и станция скорой помощи в Октябрьском. Масштабная модернизация оборудования стала еще одним пунктом в итогах о проделанной работе. В Люберецкие больницы и поликлиники поступила новая техника на сумму около 300 миллионов рублей. В этом году система здравоохранения городского округа продолжит свое развитие. Строительство поликлиники смешанного типа на 540 посещений – это микрорайон, самолет. Строительство станции скорой помощи на 4 машинных места – там же. Кроме того, мы включены в госпрограмму по строительству поликлиники в Раменском районе с прикреплением жителей поселка Октябрьский. Привлечение квалифицированных кадров – еще одна тема, которую глава Люберец обсудил с медиками. В прошлом году сертификаты на жилье получили 34 врача. Это помогло частично решить проблему с нехваткой специалистов. На данный момент у нас в листе ожидания стоит 3 врача на очередь, на комнату. Вот хотим поинтересоваться, есть ли продолжение этой программы, но если нам надеяться, что они тоже будут обеспечены жильем. По словам Владимира Ружицкого, врачи, работающие на территории Люберец, могут рассчитывать на эту меру поддержки. В резерве городского округа для них предусмотрены квартиры. Кроме того, по региональной программе в этом году медиков ждет очередное повышение зарплаты. Луиза Егязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.